Повышенный уровень сахара, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа и, как следствие, лишний вес и ожирение. Что с этим делать? Вопрос действительно волнующий, потому что большое количество людей сегодня страдают этими заболеваниями. Врачи обычно назначают сахаропонижающие препараты, которые, к сожалению, дают кучу побочек. Знаю не понаслышке, потому что у моей мамы сахарный диабет второго типа, и она долгое время сидела на метформине и гликозиде. Но в декабре 2023 года я уговорила ее прекратить их принимать и перейти на натуральные продукты корпорации «Сибирское здоровье». И вот уже 7 месяцев подряд мама принимает программу для снижения уровня сахара и весьма успешно. И сегодня я вам покажу, какие продукты она принимает. Начну я свой обзор с очень бюджетного и очень полезного продукта для людей, у которых повышен уровень сахара или уже стоит диагноз сахарный диабет или инсулинорезистентность. Это ПИК, природный инулиновый концентрат, порошок из клубни топинамбура. Топинамбур очень богат полезными веществами, витаминами, минералами, микро- и макроэлементами. И самая его полезная часть – это инулин. Ничего общего с инсулином он не имеет. Это полисахарид, который не расщепляется в нашем ЖКТ и доходит до толстого кишечника, где кормит нашу микробиоту. Благодаря этому улучшается пищеварение и снижается уровень воспаления, что очень важно для людей с сахарным диабетом. И еще доказано, что инулин снижает уровень сахара в крови. Второй продукт, который принимает мама, это комплекс «Глюкобокс». Она принимает его уже 7 месяцев подряд. В составе комплекса органический хром в форме пиколината, бета-глюканы овса, это клетчатка, и растительные экстракты. Комплекс «Глюкобокс» предотвращает излишнее усвоение глюкозы из пищи, тормозит процесс ее превращения в жиры и предупреждает колебания уровня инсулина. Приятная побочка, в кавычках, также он снижает еще и уровень вредного холестерина. Коробочка пустая, все уже съели. Но принимать продукт очень удобно. В нем находится 30 пакетиков, в каждом из которых по 4 капсулы. Принимается один раз в день с утра после еды. Принимать глюкобокс можно на постоянной основе, особенно если у вас уже стоит диагноз сахарный диабет, инсулинорезистентность или большой лишний вес. Также можно принимать вместо глюкобокса комплекс хром-липаза. Это тоже комплекс с органическим хромом в форме пиколината, усиленные экстрактами растений, горькой дыни, элеутерокока и зеленого чая. Хром снижает аппетит, притупляет чувство голода, снижает тягу к сладкому, к разным быстрым углеводам неполезным. Также хром эффективно ускоряет метаболизм, поддерживает нормальный уровень сахара в крови. Входящий в состав комплекса экстракт мамордики или горькой дыни улучшает расщепление жиров и понижает уровень плохого холестерина. Еще одна добавка, которую очень полезно подключать к программе снижения сахара, это альфа-липоевая кислота. Во-первых, она снижает уровень воспаления в организме, что очень важно для диабетиков, повторюсь. А также это очень мощный антиоксидант. Во-вторых, она снижает аппетит и притупляет чувство голода. Буквально блокирует центр голода и реально не хочется есть. В-третьих, она снижает уровень глюкозы в крови, а также защищает нервные волокна, которые очень часто повреждаются при высоком уровне сахара. И продукты-помощники, которые тоже можно и нужно использовать в программах по снижению уровня сахара в крови. Первый из них – это магний. Магний всегда в дефиците у людей с высоким уровнем сахара, у людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Эти заболевания провоцируют системное воспаление, а воспаление – это всегда стресс для организма, а стресс всегда вымывает магний. Поэтому при диабете его всегда не хватает. И последнее – это продукты для очищения организма. Хотя стоило поставить эти продукты на первое место. Сначала очищение, а потом уже все остальное. Чем почистить организм? А диабетикам очень важно его очищать. Это может быть банальный очищающий фитосорбент, который мягко, но эффективно очищает и кишечник, и лимфу. Также можно пройти антипаразитарку, но при условии, что у вас нет камней в желчном. Гельминты очень любят сладенькое, и они умеют управлять нашим сознанием, заставляя человека есть как можно больше сладкой и вредной пищи. Поэтому порой так сложно противостоять пироженкам. Ну и еще один продукт для капитальной глобальной комплексной чистки организма – это истоки чистоты. Очень рекомендую пропивать хотя бы раз в
полгода. Здесь три формулы для мощного очищения всех органов. Программу подбираем индивидуально в зависимости от возраста, веса и сопутствующих заболеваний. Всем здоровья!